Останки 4 воинов Красной Армии, в том числе 2 рядовых, лейтенанта и 1 старшего военфельдшера женщины, были подняты поисковым отрядом «Кремлевец» в районе деревни Лукино. Уважаемые гости наши, сегодня мы присутствуем на очень ответственном, но печальном событии, которое напоминает о тех годах, которые далеко ушли, но до сих пор вот такие мероприятия дают о них знать. Сегодня у нас такой знаменательный день, 22 июня. Началась война. К этому мероприятию приурочено достаточно важное событие, которое происходит сегодня на территории нашего поселения. Это погребение 4 останков участников Великой Отечественной войны. Из них это останки женщины-фельдшера, которая погибла здесь, на этой территории. У нас работала на нашей территории поисковая группа «Кремлевец», которая нашла эти останки в лесу, вот рядом расположенном здесь. И они сегодня преданы земле. На мероприятии принимал участие руководитель городского округа Истра Андрей Геннадьевич Дунаев, представители Московского областного военкомата, совет ветеранов городского поселения и жители деревни Лукино. Кремлевский полк, курсанты, которые вот обеспечили, будем так говорить, торжественную часть мероприятия, отдали дань уважения нашим павшим воинам в Великой Отечественной войне. Плиль! Но... На краб! Ух!